В Баку стартовала акция по посадке деревьев в память о героях, павших в 44-дневной Отечественной войне. Всего за сегодня будет посажено 321 дерево. Оливковые хвойные деревья сажают в честь каждого погибшего спортсмена. Организаторами памятной акции выступают представители спортивного сообщества. Свой вклад в победу во Второй Карабахской войне стремился внести каждый житель нашей страны. Среди них были и наши спортсмены, и волонтеры. Мы всегда будем помнить их подвиг. Никто не остался в стороне от памятной акции. Деревья посадили как сотрудники Баку Сити Серкет, так и спортсмены и волонтеры. На месте нового сада установили мемориальную доску. Дань уважения павшим бойцам отдали в Баку возле дворца водных видов спорта. Медина Гурбанова, Джавид Гадыров, CBC.